Всем привет-привет. Всегда начинается так ролик, хотя говорят, это неправильно так начинать ролик, да, Тим? Но почему-то всегда так начинаю. У нас сегодня семейство голодных Ли, перекус-чек ночной. Ночной перекус-чек голодного семейства Ли. Вот так правильно, да, будет? Голодного семейства Ли. Так, дубль два. Ночной перекус-чек голодного семейства Ли. Так, пожарили креветочки. Ну, конечно. Дима сейчас у нас будет лопать мантышки. Захотелось вот таких мне салатиков. Здесь в Южной Корее продают вот такой сет салатов. Я знаю, что он нужен для бибимбапа, но бибимбап мы не едим, мы едим просто салат. Конечно же, наши любимые огурцы. Покажи. И вот такой салат тоже делать, заправлять по-южнокорейски, тоже с огурчиком. Что, погнали лопать? Конечно же, заливаем наши креветосы нашим любимым лаймовым соусом. Мама, я не буду креветки с этим соусом сразу. Хорошо, я только себе тогда вот так чуть-чуть буду поливать. Окей. Что, приятного аппетита. Пробуем мантышки. Как манты тебе? Кстати, манты у нас сегодня с кефиром. Да, тебе? Только они для меня 0,10. Почему? С кефиром. А, с кефиром? Да. Там тыква еще, там тыква есть еще и фарш. Представляете? Приятного аппетита. Мама дам салфеточку. Время 12 часов. Мы поставили ночи. Мы поставили вариться овощи и яйца. Завтра будем делать окрошку. Очень захотелось что-то окрошки. Так что завтра будем снимать, как мы приготовили нашу окрошку. Попробуй креветки. Ты эти не лила? Нет, я вот здесь лила. Сейчас я дожью. Хорошо. Просто обожаю креветочку. Что скажешь? По 10-бальной шкале? 10 из 10. Это наше любимое лакомство. Любимое лакомство голодной семьи Ли. С сыром вкуснее. С чем? С сыром. Ну, это просто креветки поджарила. Так, поехали дегустировать салатик. Давайте, хочу попробовать вот эти огурцы. Они вот такие вот. Только мама будет пробовать. Твои любимые. Попробуй. Так. Я налила себе кочуджан. Ну, не кочуджан. Соус, который, помните, я ела с брокколи. Помогать вот в этот соус. Вот это уже полезно соуса. Что тебе дать попробовать с этого? Ничего. Так, косари. На корейском косари. На русском это бамбук. Помню, вроде у бабули вроде ел. Да. Он у меня всегда в зубах застревал. Да. Вот эта трава, не знаю, как называется. Но какая-то трава. Я ее знаю. Обожаю все вот этих салатов. Они заправлены минимум. И
Это сама вспомнила. Адя готовила. Адя готовила попкорн. Бери бочек. Нет, другой был. Другой? Вот этот, наверное, ты пробовал у них. Вот. Это другая, это какая-то другая трава. И огурчик. Ну что, еще по креветочке? Просто обожаю эти креветки. Реально вкусные. Что, друзья, хочу сказать. Всем приятного аппетита, кто смотрит наши мукбанги. Кстати, есть такая идея. Напишите в комментариях, что вы хотите видеть, чтобы мы с Димой попробовали. Именно здесь, живя в Южной Корее. Давайте запустим такой... Запустим такой марафон. Ровно три дня. Вы пишите в комментариях, что вы хотите увидеть, чтобы мы с Димулей протестили, продегустировали. И мы это сделаем. Да? Мы это сделаем. Сразу же начнем отсчет трех дней именно с первого комментария. Именно с первого комментария, кто напишет. И самый первый, кто напишет комментарий, от нас с Димкой, лично отправим этому человеку подарок. Так что как-то так. Помимо того, что еще вы увидите свое любимое лакомство, еще и можно получить сладкий подарок. Как-то так. Поэтому мы ждем комментариев. Пишите. А мы будем ждать. Ну и как обычно, всем, конечно же, приятного аппетита. Кто ест, кто не ест. Не забывайте подписываться. Просто нужно нажать на плюсик, который находится справа. И на сердечко. А нам будет только приятно. Всем пока-пока. Пока-пока.